Прием продолжается. В самарские школы уже записались почти 11 тысяч первоклассников. Ожидается, что 1 сентября за парты сядут 13,5 тысяч новоиспеченных учеников. Это на 600 человек больше, чем в прошлом году. В лицее и гимназии прием был открыт в декабре, в школы в конце января. Запись проходит только по электронным заявлениям. Родители могут подать его через интернет, не выходя из дома. У нас в этом году сбоев, жалоб на именно на то, что при подаче заявления были допущены какие-то системные ошибки, практически не было. Жалобы, конечно, были о том, что детям не удалось попасть в желаемую школу, но это все-таки связано в основном с количеством заявлений и желающих. Самыми популярными оказались гимназии номер 1, лицей авиационного профиля, технический лицей и лицей информационных технологий. 20 школ уже закрыли прием, свободных мест нет. В основном это учебные заведения в районах массовой новой застройки. Городские власти продумывают варианты строительства новых школ, чтобы решить проблему. Мы определили в этом году несколько площадок, да, и в Кировском районе, и в Октябрьском районе. У нас разные варианты могут быть. И вариант, так сказать, государственно-частного партнерства, точнее, муниципально-частного партнерства, и вариант с возможным претендованием на федеральные деньги. То есть любой из вариантов, он, так сказать, возможен. Сейчас директора школ ищут возможности организовать дополнительные места для первоклассников. В департаменте образования также предлагают родителям различные варианты, если не удалось записать ребенка туда, куда хотелось. Марина Матвеевична, Максим Гусев, «События».